Всем привет, дорогие друзья! Кто меня не знает, меня зовут Давид Поделка. Я являюсь руководителем платформы Вайкра. Мы сейчас находимся в Тель-Авиве, в Сароне. У нас май, отличная погода, Израиль, днем сумасшедшая жара. Мы только что записали новое интересное видео для вас. Мы сегодня снимали видео на тему отношений, шедухов, как бы тема больная и животрепещущая для всех. И я хочу в этом видео попросить у вас обратную связь. То есть мы сейчас активно развиваем нашу площадку, мы приглашаем новых авторов. У нас уже около 30 экспертов, 30 авторов, раввинов, которые пишут для вас, готовят сейчас материалы, снимают видео. И напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, что вам было бы интересно узнать. Что вы бы хотели узнать интересного в сфере иудаизма, в сфере Торы. И мы постараемся подготовить для вас интересный материал и представить его уже в ближайшее время на платформе Вайкра. Пишите в комментариях под этим видео. Я лично, Ицхак, вся наша команда будем смотреть, отвечать и стараться делать для вас платформу более интересной. Все, всем спасибо и на связи.